Ну что там, мужик, что там? А ты что настраиваешь? Ну что там, мужик, что там? А ты что настраиваешь? Все, готов? Ну что, пламенная там, всем привет передай. Всем смотри. Блять, она уже создана, может. Ну давай. Все, готов? Ну чё, пламенная там, всем привет передай. Всем смотри. Блять, она уже создана, может. Ну давай. Так, алло. Ну чё там? Все, готов? Ну ты цифрами можешь вообще на самом деле просто назвать комнату. Ну давай, я зашел. Так. Кто слил? Че ты отменил? Мужик, это не слитая стата, стата. Слитая стата — это когда там вообще, блядь, разница два раза. Так, ты принимаешь, нет? А, ты мне посылаешь испытание? Блядь, когда... Так, давай еще раз. Кинь еще раз. Заново. Давай. Почему? Ладно, давай я тебе пошлю туда. Получил? Блять, отклонено сразу. Что за хрень? Во, сейчас можно. Сейчас я тебя отправляю. Получил? Да, блядь, что за бред? Ладно, ты мне отправь. Challenge accepted. Просто когда мы одновременно посылаем, видимо, какая-то хуйня получается. Димон, даро, чё, кого, как там? Донат 100 рублей принимается. Leatherface. Да чисто хочу попробовать. Против реального человека. Я хуёво на нем играю, реально. Triborg. Тем более, с этой стороны я точно хуёво играю. Round 1. Fight.
пока ангос у братишка. А тебе надо прервать ее просто. По яйкам. Leatherface wins. А я не могу нажать них. Fight!
Ладно, бля, я просто пытаюсь настроиться на то, чтобы делать комбинацию. А, это unblockable. Типа он не блок. Есть такая тема. Есть unblockable. Он типа настолько жесткий. Но на самом деле он не жесткий. Да я не знаю остальных персонажей, я тебе не скажу. Ты никого спрашиваешь. Так. Но если есть у одного персонажа, должен быть еще у другого. Round one. Fight. Round 2. Fight. Ладно. Ну, ты сейчас бросил Андрей. Так, я улетел. Ладно, сейчас. А что ты отпустил? Добавь просто Димона в Дискорд. Ну ладно. Ты нажал. Сейчас попробуй на мне чисто все то, что ты там учил. В смысле, а что это такое? А, quality? А, окей, окей. Да вы услышали, блядь, услышал, да. А, я понял. Так, я тоже его потише сделаю, вспомню. Бля, не специально. Forever best, best forever. Да ты просто сделай Alt-Tab и уменьши там громкость через настройки общие. Не, я просто один раз сделал, все нормально такая. Да не. Thank you.
Нет, это... там смотри, там три варианта. Три варианта. Первый это когда я лечу на тебя и тебя протыкаю бензопилой и поднимаю наверх. Вот. Второй это, соответственно, я обычно я завершаю этим. Это вот такая хуйня, когда ты через пол карты можешь пролететь со своей бензопилой, как этот Гарен. Вот. И третье это unblockable. Он, короче, поднимает пилу, бензопилу свою вверх. И, короче, проходит небольшое расстояние и потом ебашит тебя. Блять. Закинь еще раз. Просто проблема в том, что мы одновременно кидаем друг другу инвайт. Ты зашел в комнату и сразу, блядь, успел мне инвайт кинуть, блядь. Ну, мог бы подождать. Сказать, типа, я кидаю инвайт. Там, я не знаю. Я зашел, я тут. I'm here. На Ютубе? Да, посмотри, что там. Leatherface. Какое лицо? Ну, блядь, ладно, окей, я пикну. Только я реально не умею за нее играть. Не знаю. Ну ты хоть играл за него, а я как бы даже те же самых спецприемов не знаю. О, прикольно. Не знаю, мне не помогает. Что я делаю, блядь? Я реально не шарю. Ну реально, он, блядь, слишком сложный. Бля, я реально больше не знаю, за кого. Да.
Ну, чтобы демонам было интереснее. Так, а как она? А как телепорт делать, если не понимаю, то вниз-вниз крест? Давай я за хищник. А чем она отличается вообще? My sister, you will help me regain my throne. I have other plans. Round one. Fight. Ой, прости.
Тейсти. Ты меня спрашиваешь? Так, ну да, давай что-нибудь. Катана. Да они, блядь, все одинаково сложные. Чё ты, о чём ты говоришь, блядь? Моего ты его сам выбрал. Ты, блядь, хочешь пикнуть чувака, за которого знаешь все? Да, вот. Эти спецприемы, они спамерские и не дают ни шанс. Блять, давай ты просто не будешь играть тогда, блять, на своем Куан Чи,
блядь. Заучился. Я тренирую. И тебе советую взять одного человека и тренировать. А, я понял, почему я не могу закастовать. Я-то думаю, что за хрень, почему у меня не получается? Я с другой стороны, я привык с одной стороны просто играть. Да, ну ты спамишь, блядь, кванчи. Leatherface wins. Ну, вообще, я думаю, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что ты... она попадает в меня позже, чем я стану тебя. Когда я, ну, типа, с тобой соприкасаюсь, у тебя, наверное, просто улетает твой спам. Ну, типа первый хит... Да, 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 да. А я достиг тебя раньше, и поэтому сбрасывается твоя атака. Ну, я не знаю, я... Я не видел, чтобы прям яркий такой пример. Я видел сомнительный. Там, где ты закастовал практически, и все, уже попался. Вот, но не видел, чтобы прям было нормально. Да я блядь, я хочу за него играть, блядь. В смысле, в чем проблема, я не понимаю. Ты нормально играешь, что ты, блядь, несешь вообще? Кенши. Я даже не знаю, кого пикнуть. Скорпион. Скорпион. Кунджи. О, Скорпион против Саб-Зира. Саб-Зира.
Да, блядь, нет, что за хрень? Нет, почему он пикнул мне этого, блядь? Да, да, слышал, но я думал, мне, блядь, дадут время еще. Я хотел скин поменять. Бля, за этого я не знаю реально ничего. Бля, я реально не знаю, что за него делать. Чего ты взял? Ты какого взял вообще? Адское пламя? Блядь, ты знаешь, что он самый тяжелый? О, прикольная хуйня. Реально, она долго станет. Да что ты не рассказываешь, блядь? Оверхед? Ты умеешь делать оверхед? Я хочу лазерфейса, блядь. Sub-Zero, Scorpion. Я не знаю даже.
Блин, по идее, вот это вот... это самый, самый, типа, слабый, но я, блядь, ну, типа, понимаю. А вот это вот прям, ну, не знаю. Он, типа, считается самым офигенным. Sub-Zero. Shirai Ryu, dog. Round one, fight. Не волнуйся, у тебя еще останется хп. Ай, не успел. Я хотел посмотреть фаталку быстренько и это заюзать ее. Не, просто хотел сделать фаталку сделать просто обычную. Ну ладно, блядь, злюсь, конечно, блядь, чё, охуел? Не, не все, не все, которые подсвечиваются броня. Ну типа усиленная, в смысле? Fight!
Блять, в смысле, что за бред? Неплохо, неплохо, ладно, достойно. Не, я не хотел, я не ждал подката, я хотел сделать, короче, этот, просто выставить своего клона. Но, блядь, ни хрена не получалось. Ой, блядь, подожди, стой. Меня свернуло. А вот все, я вернулся. Ладно. Дарь мне. Бля, как мне на весь экран делать? А вот все. Don't you cry, baby, don't you cry. Просто я знаю, какие блоки ты будешь ставить. Нога это какой блок? Нога это нижний блок. Да. Мысля, а почему пролетело? Sub-Zero wins. Fatality. Ну как бы да, классика. Fight!
jurisdiction. Угу. Сначала, ну, типа, верхний удар, а потом нижний. Ну да. Почему? Да нет, на самом деле это нормально. Это то же самое, просто для нубов. Не, это точно не броня. У тебя должна быть броня. Но не такая, это точно. Sub-Zero wins. Ну, более-менее. Я просто так привык к Bloodfaceу, что, блядь, за других уже... Скорпион. Не, у меня Хасаши. Хасаши. Так, несколько приемов я, в принципе, знаю, но комбинации ни одной. Сейчас ты узнаешь. Было. Почему ты близко подходишь и делаешь этот каст? X-Ray? Да блин. Как, блин, выставить. В смысле, как я его пробил? В смысле, а с чего ты решил, что это броня? Это не броня. Броня — это когда ты движешься.
Броня, когда ты движешься, не может быть, что броня это каст. Не бывает такого. This is the end of you, bro. Round two. Fight. Behold my Ниндзюцу, братишка. Так в этом и фишка, блядь, Скорпиона. Было бы читерски. Серго. Серго, я знаю, ты меня слышишь. Серго. 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 Да. Ты что, вылетел? Да, по-моему, вылетел. А что, там Виталий тебе был? Ну, нет, там просто выход был.
Так, алло. 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 Алло.
Че говоришь? Не знаю. Так это что, озвучили, наверное? Кто больше, наверное, не озвучил? Наверное, никто больше не озвучил. Challenge accepted. Scorpion. Triborg.
Yeah.
Fight! Scorpion.